В Иркутской области погода обещает быть с пятничным настроением. Тепло и кратковременные осадки на всей территории. Спонсор прогноза погоды – компания «Акварель». Компания «Акварель» всего за 3 дня изготовит качественные жалюзи. Бесплатный замер и скидка 10% гарантированы. «Акварель», телефон в Иркутске 67 400. 6 марта в Ангарске переменная облачность, кратковременный снег. Ночью минус 12, а днем потепление до минус 3. Давление 718 миллиметров. Переменная облачность и в Шелихове. В городе кратковременный снег. Ночью минус 10, а днем минус 3. Давление составит 715 миллиметров ртутного столба. В Усть-Куте облачно с прояснениями и кратковременный снег. Ночью минус 5, а днем около 0. Давление 725 миллиметров. В Усть-Илимске облачно с прояснениями и кратковременный снег. Ночью минус 4, а днем 0 градусов. Давление 741 миллиметр ртутного столба. В Братске облачно с прояснениями и кратковременный снег. Ночью в городе минус 3, а днем плюс 1. Давление 718 миллиметров. В Тайшете облачно с прояснениями и кратковременный снег. Ночью там минус 3, а днем 1 градус выше 0. Давление 732 миллиметра. В Саянске переменная облачность. Кратковременный снег. Ночью минус 13, а днем минус 4. Давление 705 миллиметров ртутного столба. В Черемхово переменная облачность. Кратковременный снег. Ночью минус 13, а днем минус 4. Давление составит 702 миллиметра. В Усолье-Сибирском переменная облачность, кратковременный снег. Ночью минус 13, а днем температура воздуха повысится до 3 градусов со знаком минус. Давление составит 715 миллиметров. В Байкальске переменная облачность, кратковременный снег. Ночью минус 12, а днем минус 3. Давление 714 миллиметров ртутного столба. В Бодайбо облачно с прояснениями и кратковременный снег. Ночью минус 19, а днем температура повысится до минус 2. Давление составит 727 миллиметров. В поселке Мама переменная облачность, кратковременный снег. Ночью температура воздуха минус 19, а днем минус 2. Давление 720 миллиметров. В Зиме переменная облачность, кратковременный снег. Ночью минус 13, а днем до минус 4. Давление составит 712 миллиметров ртутного столба. В Иркутске переменная облачность, кратковременный снег. Ночью минус 12, а днем потепление до минус 4. Давление составит 712 миллиметров ртутного столба. Компания «Акварель» всего за 3 дня изготовит качественные жалюзи. Бесплатный замер и скидка 10% гарантированы. «Акварель». Телефон в Иркутске 67 400. Телекомпания «Аист» надеется, что этот день будет для вас незабываемым. Оставайтесь с нами.